Сегодня в программе о самом главном. Инсульт. Как понять, грозит ли он именно вам? Как часто для этого нужно делать МРТ мозга? И что реально поможет снизить риск развития инсульта? Ожиревший, заплывший, вот так. Я... То есть как писать не видно? Абсолютно не видно. Понятно и так, что у него он умрет либо от инфаркта, либо от инсульта. У кого витамин С может вызвать образование камней в почках? И какие помидоры полезнее, желтые или красные? Вопросы от доктора. Александр Мясников спрашивает, вы отвечаете. Здесь в Челябинске приехали ревизором к нам в Москву. Супербактерии. Почему они приводят к развитию болезней, которые не лечатся ни одним антибиотиком? Где они обитают? И что делать, чтобы ими не заразиться? Последний наш рывок. Эра антибиотиков закончена. Но вы сделаете новый резервный антибиотик, он ее убьет. Далее в программе. Женское здоровье, бессонница и гипертония. Как уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и восстановить здоровый и спокойный сон.